Электрическому Porsche Taycan меньше года, но по правилу, которое завела Tesla, батарейные машины надо обновлять ежегодно, и в Штутгарте решили ему последовать. Топовая версия Turbo S стала немного быстрее, а в интерьере появился новый проекционный дисплей. Последний состоит сразу из трех секций. Одну можно настроить по вкусу, а другие отображают подсказки системы навигации и показания интенсивности разгонов торможений. Куда интереснее новая система подписки на опции. Активировать новые можно даже после покупки автомобиля. Притом некоторые получится активировать только на месяц-другой, а вот зарядное устройство на 22 кВт вместо 11 придется покупать навсегда. Адаптивная пневмоподвеска научилась по команде водителя приподнимать переднюю часть машины, чтобы уверенно проезжать через неровности. Для большего удобства штатная навигация запоминает такие места, и потом автомобиль отрабатывает неровность уже самостоятельно, без команды. В Европе поумневший Taycan появится осенью, а вот до нас пока не дошли даже дореформенные Porsche. Видимо, фанатам электрификации придется подождать. Еще одно событие из мира дорогих и быстрых автомобилей. Создание гиперкара Mercedes AMG One наконец двинулось дальше после затянувшейся паузы. Напомним, что дорожная машина будет буквально напичкана узлами и агрегатами от болидов Формулы-1. Прежде всего из автоспорта перешел гоночный V6 объемом всего 1,6. С ним, собственно, и возникли главные проблемы. Его подгонка под действующие нормы по шуму и выбросам заняла непозволительно много времени. Сейчас One наконец выехал на тесты. Несколько прототипов утюжат асфальт собственного трека концерна Daimler, но затем испытания переместятся на Nordschleife. Большая часть времени уделяется доводке силовой установки. Помимо формульного движка она включает 4 электрических мотора. Учитывая суммарную отдачу на уровне 1000 сил, инженерам также приходится оттачивать активную аэродинамику. Есть данные, что до сотни мерседесовская пушка будет выстреливать за пару секунд. Поставки первых машин клиентам начнутся через год. При этом тираж гиперкара стоимостью под 3 миллиона евро составит 275 штук. Естественно, все экземпляры давно распроданы.